Какой-то поэтический клуб Луначарского оставил мне рецензию. Типа, сейчас зайду и прочитаю. Блин, кабинет, вот. Там написано: приглашаем на литературный форум. Общение, собственно, раздел для публикаций, музыка, видео. Постоянные авторы форума получают бонусы от клуба сборники Вала ссылки. Регистрацию сделать очень просто. И там, в общем, через социальные сети и ВКонтакте, типа, если хотите зарегистрировать через ВКонтакте, нажмите на ссылку. Я нажимаю, и там, типа, разрешается доступ ко всем личным данным пользователя. Какой-то лохотрон, по-моему. Ну, как-то сомнительно очень. И я что-то не хочу на это даже нажимать. Вот бывает же, в день приходит такое. Непонятно вообще. Ну вот. Просто чушь какая-то. Вот. Вот писали бы нормальные рецензии, типа: о, хороший стих. Отправляют какую-то вот такую поэтические какие-то клубы Луначарского. Какие-то лохотрончики их. Не знаю даже, как на это реагировать. Вот у меня есть хорошие стихи, типа «Голубое небо». Ну ладно, читать я его не буду. А вот, куча стихов. Ну ё-моё. Вот, отправлять такую фигню.